Соблюдайте элементарные правила гигиены. Берегите себя и своих близких. Эта мера вынуждена, и я очень рассчитываю, что вы все с пониманием отнесетесь к таким решениям. Есть ряд обстоятельств, по которым разрешается въезд и выезд на территории из территории города Северодвинска. Через проходную ты не пройдешь, если у тебя не измерят температуру, измеряется электронным градусником, который, откровенно говоря, показания выдает неверные. Ну, меня ни разу не показало выше 35 температур, в основном 34. 33-34. Я не рыба, я человек. Находимся буквально плечом к плечу, все грязные, все потные, все в жаре. И как уж тут вот соблюдать санитарные какие-то нормы? Ну, это бред, я считаю. То есть, вот если бы людей реально было бы меньше, их разделили бы, возможно, тогда бы даже в тесных помещениях можно бы было соблюдать какие-то меры. Часть помещений действительно требует ремонта, и то, что было указано по поводу отсутствующей воды в санузле, эта проблема действительно существует, она будет устранена в кратчайшие сроки.